Всем привет, это Зона Звука, короче, сегодня у нас тут туса с самыми офигенными чуваками, короче, которые пришли с нами потусить прямо перед нашим концертом. Короче, чем мы тут будем заниматься, я сейчас особенно не знаю, но вот в свободное время я, короче, разучиваю завтрашние песни, которые, собственно, завтра буду херачить на концерте там, в каком-то клубе. Ну вот паука, блядь. Рекламу, понимаешь, Посмотрим, как Володька хранит все секреты и тайны Капитал Шоу «Поле чудес». Так, заходим. Вот так, раздеваем ботиночки. Ботиночки раздеваемся. Бахилы, пожалуйста, 5 рублей. Да, выгода положит. Вот сейчас белорусских положит. Да, скажешь, на! 5 тысяч даже могу положить. Не надо, ходяги, ничего себе. Космонавтис в Санкт-Петербурге, наконец-то домашний концерт после этого тура. Отстроили офигенный звук, повесили все баннеры, готовы крушить. Вот, у меня разрывается телефон, все хотят на концерт попасть на халяву. Короче, все круто, настрой офигенный. Сегодня будем бомбить вообще по полной. Да, Дарио, лучшие в мире струны. Да, на правах рекламы, предлагаю вам приобретать струны фирмы, да. Вот это вот блоду коричневую надо. Да, Дарио, давайте мне больше струн. Сами характеризуете, допустим, одним словом данный эпиальбом. Регион. Ну да, я тоже соглашусь с предыдущим. А какие песни из альбома «Легион» и три альбома «Легион» хорошо заходят на концертах, а какие нравятся самим вам? Все заходят хорошо и все нравятся самим нам. Вообще.